间注视着世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。Ладно, все в порядке. До завтра. Почему ты такой отстраненный? Не пригласишь меня зайти? Это не так. Просто неправильно оставаться наедине. О чем ты? Я привыкла заходить к тебе. Относишься ко мне как к девушке? Не говори чепуху. Пока. А? Можно я завтра чуток подольше посплю? Плохо спал? Допоздна играл в игры? Ладно, но только в этот раз не засиживайся допоздна. Это вредит здоровью. Не учи меня, к тебе это тоже относится. Делай какие-то упражнения, когда я занимаюсь. Не стоит лежать после еды. Ясно. Мы можем вместе заниматься спортом. Пока. Пока. Фу. Удачи. Тебе тоже. Удачи. Я пойду. Пока. Пока, глупышка. Пока, моя глупышка. Ты вернулся. Можешь заранее предупреждать о своем приходе? Я тебе мешаю? И кому? Я всего лишь твое воображение. Ты не готов ко встрече со мной? Верно? И правда уезжаешь? Ты не сможешь там найти работу. Тогда что, ждать смерти? Хорошо, если я буду ждать смерти в одиночку. Но почему я должен голодать с тобой? Когда только приехал в Пекин, ты был полон амбиций и бесстрашия. Был таким смелым и отважным. Но почему ты сейчас боишься? Ты не можешь отказаться от себя ради неудачи. Или я буду смотреть на тебя сверху вниз. Заткнись! Прекрати нести чушь. Кто-нибудь будет выслушивать тебя? Знаешь, как трудно ладить с тобой? Это редкость, когда кто-то заботится о тебе. Но ты даже этого не ценишь и хочешь сбежать. Ты еще пожалеешь об этом. Ты ничего не добился в Пекине за прошлый год. Когда ты приехал сюда, у тебя был дом без окон. Но сейчас есть один момент, который говорит о том, что ты идешь в верном направлении. Я оставался здесь 10 лет. Сколько мне еще нужно, чтобы подняться выше?
Ты как колючий ежик. Причиняешь боль близким людям. Отталкиваешь их и остаешься совсем один. Хао Цзэюй, знаешь, почему ты не можешь выбраться из этого? Потому что не любишь свою профессию. У тебя на уме только ненависть. Кто будет помнить и заботиться о тебе? Удачи! Желаю успеха в следующем году. Быть актером похоже на петарду, которая взрывается и издает шум. Ты жил тут 10 лет. Разве нет ностальгии? О городе и о людях. Я боюсь. Я могу навлечь неприятности. Восхитительно. Ты помогаешь мне по дому. Цзэюй хотел поспать подольше. Поэтому я перенесла тренировку на день. Я прямо как домохозяйка. Извините, где живет Фу? Фу, вон там. Хорошо, спасибо. Извините, есть кто-нибудь? Это дом Фу? Да-да. Вам конверт, пожалуйста, распишитесь. Вот, спасибо. Спасибо, хорошо. Мне? Да. Разрешение экрана 25 миллионов пикселей. Ясно, даже если увеличить изображение до максимума. Брат? Куда ты так спешишь? Надо бежать. Все хорошо продумано. А далее? Хао Цзэюй, послушай, если не ответишь, будешь жалеть всю свою жизнь. Алло. Хао Цзэюй, где ты? Ты обещал, что не уедешь. Как ты можешь уехать, не сказав ни слова? Все не так. Я оставил тебе письмо. Меня не одурачат эти два листика. Где ты? Добро пожаловать в sanin.com. Я в аэропорту. Самолет скоро вылетает. Не надо приходить прощаться. Как можно быть таким безответственным? Хотя бы рассказал тете Ню. Она так заботится о тебе. Это же некрасиво. Мне правда жаль, Мэйли. Но если я останусь, то буду жалеть тебя и твоего отца. Так ты уходишь, потому что жалеешь? Почему ты такой трус? Ладно. Я кладу трубку, самолет скоро взлетит. Объясни тете Ню за меня. Нет, это твое дело. Куда бы ты ни уехал, я верну тебя. Пожалуйста, в аэропорт. Хорошо. В аэропорт. Самолет скоро вылетает. Подождите, поверните к храму Сиюнь. Хорошо. Спасибо. Что ты делаешь? Сказал же, самолет скоро взлетит. Разве не можешь соблюдать правила аэропорта? Притворяешься. Я услышала сообщение из универмага. Я переняла этот навык у тебя. Я знаю, что ты не хочешь меня видеть, не так ли? Хорошо. Тогда я сама тебя увижу. Подожди меня, Хао Цзэюй. Хао Цзэюй, ты негодяй! Тащи сюда свою задницу! Почему ты кричишь?
Алло? Слышишь меня? Повернись. Госпожа, где ты? Жизнь дорога, любовь еще дороже. Фу. Спускайся, это опасно. Где... Я в порядке, я ищу своего парня. Я спрыгну, если он не придет. Успокойся. Спасите ее. Какого черта ты делаешь? Поспеши. Почему я должна тебя слушаться? Не веришь, что я спрыгну? Успокойтесь. Если не придешь, то отправлю людей на твои поиски. Тебе не стыдно, но мне стыдно. Неужели ты должна быть такой? Я посмотрю, как все закончится. Я и не думала заканчивать. Думаешь, я не спрыгну? Сейчас увидишь. Госпожа, ты... Как страшно. Госпожа, вы все еще молоды. Жизнь полна альтернатив. Не прыгайте. Не говорите чепухи. Если он придет в течение 5 минут, я не спрыгну. Если не придет, скажу, как он выглядит. Его имя, номер ID и номер телефона. Он возьмет на себя всю ответственность. Успокойтесь. Извините, извините. Она моя знакомая. Хватит, достаточно. Я здесь, спускайся. Подожди, ты жульничал? Ты обещал, что не уедешь. Почему ничего не сказал? Можешь спуститься и поговорить со мной. Я обещаю тебе, что никуда не уеду, ладно? Обещаешь? Ты лжец! Хватит! Тебе не стыдно? Хочешь спрыгнуть? Я с тобой. Убери руки. Ты не уедешь? Я не хотел обманывать тебя. Клянешься? Я серьезно, вперед! Хорошо, я клянусь. Клянешься, что не уедешь? Клянусь, не уеду. Отпусти меня. Где твой билет на самолет? Как я могу себе его позволить? Я дам тебе свой билет на поезд. Убери руки, иначе я не смогу вытащить его. Боюсь, что ты уедешь. Вот. Хорошо, спускайся. Обещай мне, что больше так не поступишь. Или я спрыгну, точно. Чушь собачья, если ты спрыгнешь, я прыгну вместе с тобой. Прекрати. Тебе вообще не стыдно перед людьми? Мой телефон сломался, это уже второй раз. Почему ты так на него злился? Он такой хрупкий. Ты мог бы отыграться на мне, потому что я покрепче буду. Новый для тебя. Не удивляйся, возьми. Возьми оба и пойдем. Разве тебе не стыдно перед людьми? Думаете, все кончено? Своим поведением вы нарушили правила правопорядка. Пойдемте в полицейский участок. Господин, все в порядке. Не затягивайте, поторопитесь. Простите. Довольно. Возьмите ID-карту. Спасибо. Вы пошутили. Но это вовсе не шутка. Вы вдвоем можете уладить конфликт дома. Зачем делать это на публике? Оставим в стороне тот факт, что вы нарушили правила безопасности и порядок. Подумайте, насколько высоки и опасны перила. А если бы вы упали? Простите, господин, я была не права. Она поняла. А вы? Я? Нет, господин, я ничего не сделал. Я не виноват. Видите, какой он упрямый? Я не стану прибегать к самоубийству. Это он был зачинщиком. Вы должны взять его под стражу и преподать урок. Хватит. Самоубийство из-за ссоры? Неужели надо быть такой? Если вы будете такими, будут неприятности. Подумайте о своем поступке. И, кстати, попросите родственников внести залог. Простите за беспокойство. Я научу ее. Ты порвала мой билет. Может, вернешь ID-карту? Пусть я уже много лет не выхожу из дома, я знаю настоящую систему имен билетов на поезд. Не обманывай. А если ты снова купишь билет? Как я тебя найду? В этот раз мне повезло. Но повезет ли в следующий? Хорошо, раз так просишь, обещай мне одно. Почему мне надо слушать тебя? Просто скажи. Пожалуйста, выручи меня, когда твой отец приедет за тобой. Один выручает другого. Почему мой отец должен тебя выручать? Нет, я не про это. Просто мы выйдем вместе. Ничего особенного. Не будь такой.
Или придется звонить Мэйли. А я не хочу, чтобы она узнала. Не хочешь, значит? Ты так хорошо скрыл это от нее. Если бы я не искала тебя, ты бы уже был дома. Зачем мне помогать тебе? Ты обманул меня и разбил мой телефон. У меня нет причины помогать тебе. Подожди. Кроме разбитого телефона ничего не помнишь? Я купил тебе новый. Почему помнишь одни ошибки? Тогда забудь. Не стану просить. Несложно позвонить Мэйли. Я это сделаю. Она же мой агент и выручит меня. Ну, тогда вперед. Чего смотришь? Звони отцу. Фуфаньшу. Фуфаньшу, почему их безосновательно арестовали? Откуда мне знать? Вы и ваша дочь подали пример, находясь под стражей. Что не так с вашей семьей? Почему Хао Цзэ Юй оказался в участке? Ты ко мне враждебен? Заходи. Подожди. Ты знаешь Фу с детства. Она добрая, честная и очень хорошая девушка. Мне тоже интересно, почему она здесь. Я не обвиняю тебя, но ты первая пожаловалась. Не говори ерунды. Хватит. Зачем вы пришли? Я пришла за Фу и Хао Цзэ Юем. Я их... Отец. Вы их родители. Да. Так как вы родители, вы должны знать про их свободную любовь. Но они не могут пойти на крайности после разрыва. Погодите, говорите про любовь? Любовь между кем? Наверное, парень хотел расстаться, но ему отказали. Девушка намеревалась спрыгнуть с перил, и это привело к беспорядку. Спрыгнуть? Я знаю, что это довольно тяжело. Но как родители, вы не можете закрывать на это глаза. Вы должны оказать им психологическую поддержку. Господин, неужели это точно наши дети, а не другие? Я не буду утруждать себя разговорами с вами. Парня зовут Хао Цзэ Юй? Да. Он доведен до отчаяния и намерен уехать. Но девушка прижала его к перилам. К счастью, охранники действовали оперативно, иначе они бы упали. А если бы они поранились? Цзэ Юй собирался уехать? Куда же он собирался? Я не знаю. Но я привез их сюда. Причина, по которой я позвал вас, в том, чтобы вы поговорили с ними по душам. Не принимайте пустяки близко к сердцу. Это все. Отведите нас. За мной. Спасибо. Они здесь. Преподайте им урок. Хорошо. Спасибо. Фу-фу-фу, успокойся. Папа, я ничего не сделала. Тебя тоже однажды забирали. Ты сделала из меня карлика. Почему следуешь чужому примеру? И ведешь себя как надоедливая Мегера. Как ты могла выставить себя дурой? Не стоило приходить в полицию, чтобы ты стала жертвой своих же глупостей. Я просто довела до крайности сложившуюся ситуацию. Если бы я не сделала этого, он бы уехал. Не извиняйся мне тут. Ты решила расстаться с жизнью ради такого парня? Цзэ Юй. Фу говорит, ты хотел уехать. Куда ты собрался? Не спрашивайте меня. Это больше не секрет. По правде говоря, я намеревался уехать в родной город. Но не волнуйтесь, я бы не отказался от своего долга. Я отправил Фу долг и долговую расписку за просроченный платеж. Я верну все деньги позже. Ладно. Фу, забери тетю Ню. Он же собирался уехать, я провожу его. Папа! Иди. Иди. Ты был в Пекине 10 лет. Почему заработал только небольшую сумму? Думаешь, я бесполезный? Я был актером. И лучшую роль, которую я исполнял, это Демон Лев.
Знаете ультрачеловека? Похож на него. Никого не заботит, кто внутри костюма. Как сказать? Просто... Никто, кроме меня, не считает меня актером. Другие попросту не ценят. Почему я чувствую, что ты хочешь съязвить? Когда я впервые встретил тебя, ты не был таким мрачным. Ну и что? Ты тоже, как и Фу, думаешь, что я дезертир? Никогда так не думал. Молодежь в твоем возрасте такая же. Склонна менять работу, когда скучно. Переезжать в другое место. Достаточно трудно для тебя бороться с жизнью. Это так. Если бы не встретил вас, то боролся бы еще следующие лет 10. Так это мы виноваты в твоем отъезде. Я больше не хочу утруждать вас. Я был вынужден перестать набирать вес и сесть на диету. Ничего страшного, я вытерплю. Но разрушить семью я не могу. В любом случае, я ведь все еще молод. Верно? Но я не способен зарабатывать деньги. И мне приходится полагаться на вас. Если я останусь здесь, это будет слишком нагло с моей стороны. Разве не стыдно подписывать долговые расписки из-за отсутствия денег? Хотя Нью-Мэйли импульсивна и легкомысленна. Я знаю ее уже 10 лет. Ее лай хуже, чем укус. Она такая хорошая. Ничего не требует взамен. Но ты все равно хочешь уехать. Ты считаешь себя достаточно великим и внимательным к нам. Так же, как и вождение. Все водители могут столкнуться с пробками. И большинство из них терпеливо продвигаются вперед. Пробки можно переждать. Но некоторые не могут. Они едут по извилистым дорогам и возвращаются на главную, только чтобы найти легкий путь. Но смена дорог не меняет решение проблемы. Не прибегай всегда к отъезду. Сможешь ли в таком случае решить проблему? Это оказывается одно и то же. Как ты и сказал, внезапно я решил не идти к первоначальной цели. Я должен упорно следовать установленному курсу. Тогда что, все зависит от тебя. Пожалуйста, позволь мне остановиться где-нибудь в безопасном месте, если нам преградят путь. Нужно сначала найти парковку. Если мы внезапно встрянем на середине пути, то... Что случится с другими машинами? Ты даже не знаешь о человеке рядом с тобой. Не льсти себе. Еще сильнее. Думаешь, что, полагаясь на нас, тянешь вниз? По правде говоря, мы просто относимся к тебе как к эксперименту. Затраты и количество удобрений, которые мы тратим на тебя, все это ради хорошего урожая в конечном итоге. Не будь таким самонадеянным. Неужели ты все время такой язвительный? Так привык высмеивать меня? Хорошо, пробка продвигается. Просто скажи, какой твой конечный пункт? Вернуться домой. Почему я настолько жалкая, что страдаю? Хватит! Но Фу, не волнуйся. Я буду помнить о том, что ты его спасла. Я навсегда запомню. Я никогда раньше не встречала никого, кто мог бы спрыгнуть ради меня. Забудь, ты первая. Не говоря уже о самом прыжке, пока ты меня слушаешь, нет ничего. Невозможного. Папа. Послушай, Фу.
Если еще раз делаешь подобное, не возвращайся домой. Ты отвез его? А? Какая же у меня плохая память. С сегодняшнего дня он больше не мой Дзэйюй. Я вернул его обратно. Уйдет он или нет, еще не решено. Фу. Иногда я завидую Дзэйюю. Знаешь, если он считает, что не может оставаться здесь, то пусть уезжает. Я тоже хочу уехать, но куда? Как мне решиться начать все сначала в таком-то возрасте? Я в порядке. Как только он достигнет успеха, я буду спокойна. Тетя, не надо так расстраиваться. Мы с тобой. Разве мы не надежнее его? Фу, ты не понимаешь. Твой отец не мой муж. И ты не моя дочь. У каждого человека своя судьба, которую не так просто изменить. Когда ты проходишь через многое, деньги обесцениваются. Просто отпусти его. Правда, хотите, чтобы он уехал? Ты ведь все еще со мной. Мы будем с тобой. Куда ты, фу? Не ищи его. Нравится использовать мою дочь? О чем ты? Я просто хочу, чтобы она оказала мне услугу. Ты научила ее этому, поэтому будь честна с ней. Как думаешь, хватит ли остроумия и актерских способностей твоей дочери, чтобы обмануть хитрого Дзэйюя, если я скажу ей? Только на этот раз. Для этого негодяя ты воспользовалась мной и моей дочкой. Если так продолжится и дальше, я перестану тебя поддерживать. Во всяком случае, что я сделала, к лучшему. Дзэйюй надо сыграть роль, Фу надо кушать. А нам надо жить. Мотив был хороший. Пусть вид и не очень. Или через искушение, или через обман. Окончательное решение, остаться или нет, остается за ним. Заходи. Нет, спасибо. Не буду утруждать. Что случилось? Я хочу вернуть расписку за тетеню. Она бы сохранила карточку, но отказалась от расписки. Это долговые расписки, которые ты дал на расходы за последние месяцы. Можешь взять их обратно. Ты же уедешь. Не оставайся в долгу. Вот твоя карта ID. Теперь ты можешь купить билет. Я понимаю, что трудно выжить в Пекине. Тетя Ню – живой пример того, как здесь раньше трудились мигранты. Когда она работала учителем, тоже жила в подвале. Однажды ночью мышь умерла в ее кровати. Она спала с мертвой мышью. Позже тетя Ню начала работать в сфере развлечений.
и экономила деньги, умирая с голоду, чтобы платить работникам. Она пережила трудные времена. Каждый борется за жизнь. На самом деле, она могла разрыдаться перед нами, когда ее бизнес снова и снова терпел неудачу. Может, ей не повезло, или она слишком глупа, чтобы быть одураченной. Она была сильно подавлена, пока не встретила тебя, а потом взяла себя в руки и поставила перед собой новую цель. Но ты хочешь уехать. Ей придется начать все сначала. Но тетя сильнее тебя. Намного сильнее. Закончила? Да. Ты вернула мою ID-карту. Но я отдал все деньги тете Ню. Как я смогу купить билет? Как ты можешь говорить подобное? О чем ты? Чтобы позволить тебе остаться здесь, я заключила пари, рискуя своей жизнью. Теперь, когда я решила отпустить тебя, ты... Так ты просишь купить тебе билет? Не пойми меня неправильно. Я правда многим тебе обязан. Так что мне придется расплачиваться с тобой по частям. О чем ты? Ты сказала, что позволишь мне остаться, даже рискуя своей жизнью. Как я могу уехать? По крайней мере, я должен вернуть тебе просроченные деньги. Даже если я уйду, то только с высоко поднятой головой. Понятно? Я так беспокоилась. Я собирался купить вам подарки, чтобы попросить прощения. Но я могу позволить себе только 3 банана. Первый, чтобы попросить прощения. Мне не следовало уходить, ничего не сказав. Второй, чтобы показать мою решимость. Теперь я буду усердно работать. Еще усерднее, чем раньше. Третий. Чтобы поддержать вашу красоту. Если я что-то сделала не так, то скажи мне, почему хотел уйти? Это все моя вина. Не говори, что боялся беспокоить меня. Не надо быть таким чувствительным. Или слишком много думать. Мне интересно, как такой молодой парень имеет столько забот? Мне уже 30 лет. Глупый мальчик пришел извиниться, с 3 бананами притворившись мужчиной. Но у меня вопрос. Я все никак не могу понять, почему ты так предана такому безнадежному человеку, как я? Как думаешь, оно того стоит? Подойди сюда. Ты все еще под моим крылом. Ты не должен наказывать меня. Вот твоя кредитная карта. Она осталась нетронутой. Потому что ты не сказал пароль. Я собирался рассказать Фу, как только вернусь, но вы ведь знаете, какая она забывчивая. Я тоже беспокоился. Если бы прикрепил пароль к письму, то так он мог бы потеряться. Были бы неприятности. Цзэ Юй,
Ты всегда берешь вместо того, чтобы отдавать. Как ты можешь быть уверен, что те, кто дают, несчастны? Это как быть влюбленной. Некоторые готовы отдавать. Их ранит не сама отдача, а то, что они не получают от возлюбленного. Ты спрашивал меня, стоит ли она того, верно? Сперва спрошу. Что ты действительно хочешь? Хочу быть актером. Хорошим актером. Как ты сможешь стать актером? Может, стоит приложить все усилия, принимать всерьез каждого персонажа, чтобы зрители могли сравнивать себя с тобой? Если так думаешь, то что бы я ни делала, это того стоит. Ибо у нас одна цель. Понятно? Судя по твоему виду, ты медитируешь, верно? Нет, хочу найти выход. Мне было сложно переубедить Хао Цзэюя и найти причину, чтобы он остался. Ищешь режиссера? Как думаешь, это разумно? Думаю, ты решила разработать хорошо продуманный план. Но у меня нет идеи. Нет? Кажется, ты родилась строптивой, особенно. Хорошо устраиваешь сцены, которые очень яркие и живые. Не смейся надо мной. Мы одно целое. Это не что иное, как высмеивание самого себя. Ты слишком много вкладываешь. Будучи в полицейском участке, ты навлекла на себя позор. Ты недостойна быть агентом. Разве это большое дело? Например, папа. Теперь ты решила читать лекции? Ты здесь, чтобы сделать мне одолжение. Что сделано, не может быть отменено, но я ничего не могу поделать. Есть другие идеи. Я убедила его в своей глупости. Поэтому отругаю его. Почему не можете дать ему шанс? Я не знаю, связывались ли вы с другими актерами. Злоупотребляете ли вы властью, чтобы поквитаться с Цзэюем? Или искренне цените его? Только хороший актер будет предан героям. Не знаю, кто вам нужен, актер или звезда. Я читала и исследовала сценарий. Вы ищете актера 25-26 лет, и у вас маленький бюджет. В резюме предоставлена статистика его талантов. Все, кто смотрел телевизор, были знакомы с ним. Он занят тем, что ест и набирает вес. Десятки тысяч людей смотрят его. С небольшим количеством персонала, хотя и компания непрофессиональная, мы не жалеем сил, чтобы работать в его интересах. Знаете почему? Мы ценим его потенциал. Я не говорю ерунду. Просто золото всегда будет сиять. Хао Цзэюй рожден быть хорошим актером, и он обязательно это сделает. Рано или поздно он докажет. Не сожалейте об этом, потому что мы не будем сотрудничать с вами. Закончила? Фу, ты прямо как мой старый друг. В прошлый раз вы мне сказали это же. Я знаю. Это честь. Но я не смогла прийти навстречу. Я буду практиковаться в выпивке, чтобы наверстать упущенное. Хорошо. У него нет шансов играть главную роль. Если он захочет быть второстепенным героем, то просто дождись контракта. Что? Не хочешь? Второстепенный? Вы это серьезно? Правда? Да, спасибо! Перестань, отойди. Простите. Мне надо заниматься. Нужно начать заново. Простите, извините, что отнимаю у вас время. Пейте больше воды. Я испугался до смерти. Показалось, вы лишь вино. Нет-нет, можете быть спокойны, спасибо. Вперед. Я сжигаю калории. Я пойду. Хорошо. Спасибо большое. Пока. Не за что. Спасибо. О.
Где мой телефон? Алло? Хао Цзиюй. Мы получили роль. Ты плачешь? От радости. Какой же, как могла пойти одна навстречу? Что он тебе сделал? Как он мог дать тебе роль? Хотя это роль третьего персонажа. Это уже большой шаг. Он был тронут. Он был тронут тобой. Ты заслужил это своими усилиями, когда перешел на диету. Неужели тронут? Тогда свиньи могли бы летать. Что ты имеешь в виду? Жалуешься на мою способность получения такой маленькой роли? Говорю тебе, будь со мной рядом. Знаешь, как опасно идти навстречу одной? Кто знает, что может случиться? Знаю. Я решила уговорить его еще до встречи. Если так, теперь понятно, почему Пён Ён Ган согласился. Должно быть, он испугался тебя. Я убью тебя! Хорошо. Спасибо, Фу. Я тебя не подведу. Чтобы оправдать твои ожидания, я выиграю номинацию «Лучший актер второго плана». Можешь отплатить мне любым образом. Пожалуйста, дай мне поспать. Что не так? Плохой парень. Не утруждайте себя чтением. Нет проблем. Подпишите и скрепите печатью. Твой отец кормил тебя продуктами? Или рыбьим жиром, который употреблял в детстве? Эффект уже виден? Золото всегда блестит, а подсолнух всегда обращен к солнцу. Я необычный человек. Слышите? Контракт нечестно составлен. Доход составляет всего 10 тысяч юаней. Расходы на диету больше, чем эта сумма. Ты такая близорукая.和解，成为被幸福爱的人。